Всем огромный-огромный привет! Сегодня вы на моей кухне, и мы готовим очень вкусный и простой заливной пирог с капустой. Капуста у меня молодая, также возьмем немного зелени, муку, майонез, сметану, 3 яйца, немного соли, разрыхлитель и кунжут по вкусу. Если кунжута нет, это не обязательно. Все пропорции я оставлю внизу под видео. Капусту я мелко нашинковала, присолила и немного размяла. Вот такая она у меня получается. Добавляем в капусту мелко резанную зелень. У меня зелень укропа. И все хорошо перемешиваем. Отставляем капусту в сторону. Берем глубокую миску и замешиваем тесто. Разбиваю 3 яйца, добавляю половинку чайной ложки соли и все хорошо перемешиваем. Добавляю сметану, майонез. Все хорошо перемешиваю. Разрыхлитель добавляю в муку. Все нужно хорошо перемешать. И постепенно будем муку вводить в наше тесто. Добавляем муку и все хорошо перемешиваем. Тесто должно получиться как густая сметана. Прошла всего 1 минута, и наше тесто готово. Вот такое оно получается. Постарайтесь сделать его без комочков. Жаропрочную форму хорошо смазываем сливочным маслом. На дно формы тонким слоем наливаю немного теста. Я всегда так делаю, чтобы пирог не высыпался и хорошо резался. Выкладываем капустную начинку. И заливаю сверху оставшимся тестом. По желанию посыпаем пирог кунжутом. Я очень люблю, поэтому буду посыпать обильно. Отправляю пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Ну и вот такой шикарный, ароматный заливной пирог с капустой у нас готов. Дам пирогу немного остыть, порежу и буду подавать на стол. Не могу дождаться, пока пирог остынет. Я думаю, вы тоже не дождетесь. Я его разрезала. Сейчас обязательно вам покажу, как пирог выглядит внутри. Вот такая вот очень сочная, присочная начинка. Сочная капуста и хрустящая корочка сверху. Попробуйте обязательно сделать такой заливной пирог, я обещаю, вам понравится. Делается просто, легко, без особых усилий и очень-очень вкусный. Вы будете такой пирог делать постоянно. Кому понравится мой рецепт, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Также заходите в мою группу ВКонтакте, поделитесь моим рецептом пирога со своими знакомыми. Делитесь со мной своими рецептами, оставляйте свои фотографии. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!